إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد عباد الله وربي الله. По великой милости Всевышнего Аллаха мы дожили с вами до четверти благословенного месяца Рамадан, месяца поста, месяца даров неисчислимых от Аллаха, месяца благодати. И мы просим Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы Он позволил нам с вами дожить до конца этого месяца и получить счастье, и укрепить наш иман, нашу веру, и наш ислам, и обрести спасение, и выполнить все то, чем доволен Аллах, и пост, и ночные намазы, и другие благие деяния с верой и надеждой на награду от Аллаха Субхана ва Тааля. И просим Его, чтобы Он сделал нас с вами в результате этого месяца Его постать из тех, кто освобожден от адского огня. Потому что Аллах Субхана ва Тааля отвечает на дуа. О рабы Аллаха, Всевышний Аллах предписал вот эту вот обязанность, пост, ас-сиям в месяц Рамадан, так же, как Он предписал эту обязанность предшествующим уммам, общинам, так и нашей общине предписал Всевышний для одной очень важной цели. Эта цель, вот она, достохвальная, главная, великая цель, а именно таква, богобоязненность. Богобоязненность. Получить богобоязненность, проявить настоящую богобоязненность, таква, вот это вот цель. Вот это вот цель. Что такое таква? Таква – это когда человек благоговеет перед Аллахом и старается сделать все, чтобы получить его довольство, и наоборот, отойти, отдалиться от всего, что может вызвать гнев и наказание Всевышнего Аллаха. Вот это вот таква. И Аллах, Субхана ва Тааля, Он заповедовал таква, богобоязненность всем людям, от Адама, алейхиссалам, и до последних поколений. Аллах, Субхана ва Тааля, сказал, «Валякат вассейна аллядина утуль китаба мин кабликум ва иякум аниттакуллах». «И заповедали мы тем, кому было даровано Писание до вас, и вам». Бойтесь Аллаха. Так вот, это завет Аллаха самый главный, богобоязненность, и это завет пророка, алейхиссалату вассалям. Из последних заветов, уходя из этого мира, он заповедовал что людям? Такву Аллаха, богобоязненность, бояться Аллаха, субхану ва тааля. И предшественники, саляфу салих, они друг другу тоже все время заповедовали, напоминали о богобоязненности, потому что богобоязненность, положение у нее очень высокое. Она занимает очень важное место, и последствия богобоязненности великие. Куран! Куран – это книга для богобоязненных, говорит Аллах, субхану ва тааля. Благой итог, победа! В этом мире и в вечном мире счастье у кого? У богобоязненных. Любит Аллах кого? Богобоязненных. Рай, аль-джанна, это обитель кого? Муттакин, богобоязненных. Поэтому главная цель у рабы Аллаха, вот в этот месяц, месяц Рамадан, это приобрести и проявить настоящую богобоязненность, таква. И закрепить в своем сердце, в себе вот эту богобоязненность. Поэтому когда вы читаете Коран, суры Бакара, Аллах Субхану ва Тааля рассказывает о посте Рамадан, несколько аятов. Аллах Субхану ва Тааля посвящает этой теме, посте в месяц Рамадан. И начинает с чего Аллах? Первый аят, в нем Аллах говорит о цели поста, таква, богобоязненность. И заканчивает эти аяты, чем Всевышний Аллах? Опять указанием на то, что цель всего, богобоязненность. «Я айю аллядина аману кутиб алейкум ус-сиям, кама кутиб аллядина мин кабликум, ляаллакум таттакуну». Вы, которые веровали, предписан вам пост, как он был предписан тем, которые до вас, может быть, вы станете богобоязненными. Это начало. А потом последний аят говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Казалика юбейену Аллаху аятихи линнас, ляаллахум яттакун». Вот так разъясняет Аллах аяты свои, знамения свои людям. Может быть, они станут богобоязненными. Богобоязненны посредством вот этого поста, который мы соблюдаем, посредством оберегания нашего поста. Поэтому, рабы Аллаха, вот этот вот пост, сиям, это такой дар от Аллаха Субхана ва Тааля, из величайших средств
для обретения настоящей богобоязненности, потому что пост, сиам, он заключает в себе важные, великие вещи. Какие? Укрощение нафса. Человек укрощает свое эго, свой нафс. Человек обуздывает свои страсти, свои желания. Человек воспитывает свое сердце. Человек очищает свою душу. Человек приводит в смиренную покорность свои органы. Поэтому вот этот пост, эти вещи, которые он в себе заключает, это великое подспорье, это великий помощник для того, чтобы обрести настоящую богобоязненность, о рабы Аллаха. Поэтому обязанностью нас с вами, людей, которых Аллах Субхана ва Тааля почтил, вот этой честью позволив дожить до вот этого великого месяца, нашей обязанностью, посмотрите, является заботиться о нашем посте, чтобы его охранять. Да, да, о рабы Аллаха, нужно охранять свой пост, нужно оберегать свой пост, потому что много людей, которые, да, не едят, которые не пьют, которые отказываются от других каких-то вещей, которые нарушают пост, но они не отказываются, не воздерживаются в течение этого месяца от грехов и от запрещенного. И поэтому им не удается сохранить свой пост, сберечь свой пост. Поэтому каждый постящийся, он должен заботиться о своем посте и смотреть, чтобы уберечь вот этот свой пост, свой соум от всего, что может уменьшить награду или вообще лишить награды, или лишить бараки, лишить благодати, того добра, которое заключает в себе этот месяц. И очень много хадисов. Очень много хадисов от пророка, алейхиссалату вассалям, на эту тему. И мы должны все время помнить об этих хадисах. Вот пока мы постимся в этот месяц, все время воспроизводите в памяти эти хадисы. Помните о них и понимайте их, и выполняйте их. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал... «Ман лам яда кавля зур, ва лам алибихи, ва льджагль, фалейса лилляхи хаджа, а яда таама ва шараба». Тот, кто не оставляет греховные речи, греховные действия, невежественное поведение во время поста, то Аллах не нуждается в том, чтобы он оставлял еду и питье. В другом хадисе говорит пророк, алейхиссалату вассалам, «Иза каана яуму сауми ахадикум, фаля ярфус, ва ла яджгаль». Когда у вас бывает пост, день поста у кого-то из вас, то пусть этот человек не ведет себя греховно, и пусть он не поступает невежественно, а если кто-то ведет себя с ним невежественно, пусть скажет этому человеку, я человек, который пощусь. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, посмотрите, какая угроза и предупреждение. Робба саим, хаззаху мин саумихи аль-джу'у валь-аташ. Воруббака им хазу мин кияме и сахар. Может быть так, что постящийся все, что он получает от своего поста, это голод и жажда. И тот, кто выполняет, совершает намазы ночные, все, что он получает от этих намазов, это только то, что он не спал, бессонница, лишение сна. Имам аль-Бухари в своей книге «Аль-Адаб-аль-Муфрад» рассказывает, сообщает. Однажды при пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, упомянули про одну женщину. Сказали, эта женщина, она ночью совершает намазы, проводит в намазах, в молитвах. Днем она постится и совершает благие деяния, и она дает много садаки, то есть много милостыни она дает, но при этом она своих соседей обижает своим языком и досаждает им. Пророк, алейхиссалату вассалям, на это сказал, «Ля хайра фиха». «Хия мин ахли нар, нет в ней блага, она из обитателей ада». А потом упомянули пророк, алейхиссалату вассалям, про другую женщину, которая совершает свои обязательные намазы, которая дает скромную садака, милостыню, подаяние, но при этом она не обижает никого, не досаждает никому. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал про нее, «Хия мин ахли джанна, она из обитателей рая». И однажды пророк, алейхиссалату вассалям, сказал людям, сподвижникам, «Атадруна маль муфлис?» Вы знаете, кто такой банкрот? Кто такой муфлис? Ну, люди, конечно, первое, что им пришло на ум, банкрот в этом мире. Они сказали, тот, у кого нет ни динара, ни дирхема, нет у них денег, ничего не осталось, обанкротились. А пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Инналь муфлис мин уммати ман яти йом аль кияма би салатин ва сиямин ва зака, ва яти ва кад шатама хаза, ва казафа хаза, ва акала мала хаза, ва сафака дама хаза, ва дараба хаза».
Нет, банкрот из моей уммы – это тот, который придет в судный день с намазом, с постом, с закятом. Но окажется, что он одного обругал, другого опорочил, третьего съел что-то из его имущества, захватил незаконно, пролил кровь кого-то, ударил кого-то. «Фаюта газа мин хасанатии, ва газа мин хасанатии». И тогда вот начинается расплата, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Будут брать из его добрых поступков и давать тому, брать из его добрых поступков и отдавать другому. «Фа ин фаният хасанатуху кабля юкдама алей ухиза мин хатаяху». «Фатурихат алей сумма туриха финнара». Когда у него уже не останется благих дел, а еще он не смог рассчитаться за причиненные людям обиды, вот тогда будут брать грехи тех людей, кого он обидел, и бросать на него, а потом его самого бросят в адский огонь. Да упасет Аллах субхану ва тааля. Много хадисов у Рабы Аллах, которые нам рассказывают об этом. Великие хадисы, им подобные. Вот когда слышишь эти хадисы, если ты, конечно, верующий человек, если у тебя сердце, оно не мертвое, то тогда охватывает страх человека. Страх, что он может потерять вот этот свой пост. Вот он не ест, не пьет с утра до ночи, и может потерять свой пост, и может потерять свой киям, вот эти ночные намазы, таравы, другие намазы, может потерять те благие деяния, которые он совершает. Из-за чего? Из-за покушения на кого-то из людей, или из-за каких-то скверных, греховных речей, или из-за своего джагля, из-за своего невежественного поведения, или из-за того, что он кого-то обругал, с кем-то поскандалил. Всякие действия, всякие слова, которые становятся причиной чего? Того, что человек теряет награду за свой пост, вот эту великую награду. А может быть так, что его вот эта награда, она уйдет к кому? Уйдет к тем людям, против которых он приступил в этот священный месяц. Поэтому вопрос очень серьезный. И положение у раба Аллаха, оно очень опасное, непростое. Поэтому раб Аллаха, он должен бояться Аллаха Субхану ва Тааля, и он стремится, должен к тому, чтобы получить настоящую пользу вот от этой школы, школы поста, чтобы проявить богобоязненность и чтобы проявить подлинное благоговение перед царем всевидящим и всеведущим Аллахом Субхану ва Тааля. Очень полезно смотреть, как вели себя саляфу салих, праведные предшественники, сподвижники, последователи. Удивительные примеры, как они переживали за свой пост, как они охраняли свой пост, как они друг другу советовали охранять, беречь свой сыям. И очень много по этому поводу передано разных преданий. Послушайте одно завещание от Джабира ибн Абдилля, одного из сподвижников, ради Аллаху анхума. Он сказал: «Иза сумта фальясум сам'ук, ва басарук, ва лисанук, аниль казиб, валь ма'сам». Когда ты постишься, то пусть постится твой слух, чтобы не слушать запретное. Пусть постится твое зрение, то есть, чтобы не смотреть на запретное. Пусть постится твой язык, чтобы не произносить ложь и греховное. «Вадар азаль хадим». И не обижай своих подчиненных, не обижай подчиненных во время поста. «Вальякун алейка вакар васакина йома сиямик». И в день, когда ты постишься, веди себя благопристойно, веди себя достойно. Пусть в тебе проявляется спокойствие, сакина. «Валя таджаль яума фитрик, ва яума сиямика саваан». Какие прекрасные слова. Не делай. День, когда ты не постишься, и день, когда ты постишься, одинаковым. Сравни вот эти свои дни. Они такие же, как те дни, когда ты не постишься или нет. Не должны быть они одинаковы. Талиб ибн Кейс услышал слова Абу Зарра, ради Аллаху Талян, сподвижника. Абу Зарр сказал: «Иза сумта фатахаффаз мастатат». Когда ты постишься, то остерегайся, насколько можешь, защищайся от всяких искушений. И Талиб, когда он услышал слова Абу Зарра, он даже в дни поста старался вообще не выходить, только для совершения намаза выходил из дома. А от Абу Гурейры передано, Абу Гурейра и его ученики, они в день поста вообще в основном проводили в мечети, сидели в мечети, чтобы сохранить свой пост. Амир аль-Муминин, праведный халиф, Умар ибн аль-Хаттаб. Такие слова великие он сказал: «Лейся сиями над таами ва шараби вахда».
Пост заключается не в том, чтобы только оставить еду и питье, а в том, чтобы отказаться от лжи, от грехов, от пустословия и от пустоделия. Такие же слова переданы от Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху Та'аля ан. И Маймун ибн Мигран, один из предшественников, он сказал, что это самый незначительный, то есть у него веса почти нет. Пост, когда человек отказывается только от еды и питья, а не отказываясь от грехов. А Муджахид из великих табиинов, последователей, посмотрите, какие слова он сказал. Он сказал, два качества есть, два качества. Если человек их остерегается, вот тогда он спасет свой пост. Аль-риба валь-казиб. Это злословие и это ложь. Я Абуль-Алия, он сказал, «Саим фи ибадатин ма лям йагтаб». Постящийся будет продолжать поститься, то есть оставаться постящимся до тех пор, пока не произнесет злословие. Вот пока ты риба не сделал злословие, ты считаешься постящимся. Но как только ты произнес злословие, все, ты уже, твое поклонение прекращается на самом деле. И много других у рабы Аллаха вот таких преданий замечательных наших предшественников. Поэтому давайте бояться Аллаха Субхана ва Тааля, давайте беречь наш пост, прося у Аллаха Субхана ва Тааля награды, прося у него поддержки и помощи. Потому что помощь, она только в руках Аллаха Субхана ва Тааля. И мы просим его, Субхана ва Тааля, чтобы он сохранил для всех нас наш пост, и наши ночные намазы, наши деяния богоугодные, чтобы он направил нас к верным словам, к благим деяниям, чтобы он не поручал нас, нам самим, даже на одно мгновение. Акулю хазаль кауль, ва астагфируллаха ли ва лакум.